Разные скорости машин в GTA 5. 1 км в час и машина словно стоит на месте. 60 км в час обычная скорость по дорогам. И машина долетела до отбойника. 150 машина едет уже бодрее. Отлетела недалеко и с ней почти ничего не произошло. 300 км в час. Хо-хо, офигеть, вот эта скорость. Отлетела далеко и врезалась в столб. 500 км в час и машина просто улетает. Странно, но она практически не пострадала. 1000 км в час скорость просто бежит. Бешеная. Капец, она чуть ли всю карту не прилетела. Ну и вот что с ней стало. По ссылке в профиле ты можешь скачать эту GTA на свой телефон.